5 центов 1964 года США. На реверсе в центре рельефное изображение усадьбы Монтичелло, принадлежащей Томасу Джефферсону. Над изображением усадьбы полукругом на английском языке латинский девиз «Из многих единое». Под изображением снизу надпись «Монтичелло». Ниже полукругом в одну строку указан номинал монеты. Надпись на английском «Five cents» – 5 центов. В самом низу полукругом название государства – Соединенные Штаты Америки. Справа между кантом и фасадом усадьбы мелкая латинская буква «D» – знак монетного двора «Денвер, США». На аверсе, развернутому к реверсу на 180 градусов, в центре – рельефный портрет третьего президента Соединенных Штатов Америки Томаса Джефферсона. Слева полукругом на английском языке надпись «На Бога уповаем». Справа полукругом надпись «Свобода», затем пятиконечная звезда и указан год чеканки 1964. Гурт гладкий. Дизайнер монеты и гравер Феликс Оскар Шлаг. Монета из медно-никелевого сплава весом 5 грамм, диаметром 21,21 миллиметра, толщиной 1,95 миллиметра, чеканилась на монетном дворе Денвер, США, тиражом 1 787 297 тысяч 160 штук. Средняя цена 15 рублей.